Всем здорово еще раз, ребят. У нас продолжение, этот трэш-аккаунт, читерный аккаунт, АС-сервер. Повторочка, повторный у нас будет сейчас роллинг. Будем пробовать выбить орхидейку. Тут я говорю орхидейку, прочитал название. Будем пробовать выбить королеву ос. Надеюсь, что получится. У нас даже плюшки есть, нифига себе, невозможно получить. Это ужасно, на таком аккаунте 300, 300 всего этих, из-за этого, наверное, не могли получить. В общем, у нас есть самоцветы и у нас есть очень обалденная тема. Нифига себе, сколько у него тут фобушка, блин, этот фоба меня задрал. Такс, окей, это все классно, круто. У нас есть обалденная тема, вот такая вот. Найм героев, и здесь есть уже 50 осколков осы. Еще раз рекламка гильдии. Кто играет на сервере, обязательно вступайте в гильдию. Дружный коллектив, веселые ребята. Топовая гильдия, топ-8 по силе. Немножко смотрю, почистили. Было 75, 75, 71, 75. Свободные места. Пишите в телегу. Телега на экране. В общем, поехали. Это АС-сервер для тех, кто не знает. Чисто айфонщики, мажорчики, короче, играют здесь. В общем, поехали. Поехали, изначально попробуем так, а потом уже попробуем по-другому. В общем, найм редких героев. Оса приди, пришла к нам Асура. Не совсем оса, ледяной феникс. Нифига себе здесь осколков. Обалдеть. Ну, посмотрите, каких героев можно словить. Просто жесть. Поехали. Опять Асура, но это не та оса, которая нам нужна. Свален целый, блин. На английском сервере вот даже такого нету трешечка. Вот здесь найм героев, конечно, обалденный. Ледяной феникс. Обалдеть, ребят. Ледяной феникс, 100 штук. 50 осколков огника. Ну как вам такое? Махатма целая. Блин, мы хотя бы вытащим 50 осколков или нет? Ледяшка. Асура, блин. Асура это не оса. Опять Махатма. Офигеть. Бугимен целый. Вот это, ребят, трэш. 10 осколков Зефира. Обалдеть. Вот это реально круто. Землеройка целый. Блин, я офигею. Что это за трэш такой? Огнекрыл еще раз. Свален. Целый некрос, ребят. Обалдеть. Бугимен. Еще один некрос. Да ну нафиг. Асура. Ребят, третий огник, а вы же собрали. Вот у вас целый огник. За пару кликов, ребят. Обалдеть. Ну, ледях даже можно не считать. Фобос 30. Блин, нам нужна оса, вот реально, вот видите, какие шансы вытащить зефирик. Блин, зефирик по 10 падает. Я офигею, оса ни разу. Махатма. Бугимен. Махатма. Фобос. Махатма. Ледяха. Это просто пипец. Фрея. Да, шансы, конечно, они сделали просто печальные. Я офигею. Давайте за 450 ударим. Фобос. Фрея. Да хотя бы 50 осколков дайте. Нафига нам эти некросы? Ребят, я сам еще никогда столько некросов целых не видел за один роллинг. И столько драконов. Космо. Обалдеть. Вот это реально просто трэш. Ради этого реально есть смысл донатом играть на АС-сервере. Бугимен. Фобос. Да блин, 50 осколков вы дадите или нет? Мы собрали уже хрен знает сколько ледях. Посмотрите, что делается. Я офигею просто. Это просто целый огник, нифига себе. Два. Два огника, ребят. Два огника словили. Обалдеть.
Блядь, 30 осколков зефира. Я думаю, откуда у них тут столько зефиров? Ну, конечно, блин, так можно жить. Асура. Это просто пипец. 40 осколков. Космо еще один. Я офигею, это будет просто пипец, если мы не вытащим отсюда... Смотрите, свалим. Нифига, ни одного осколка даже нам не упало. Это просто жесть. Оккультиста мы не видели, да? Оккультиста не видели. Здесь даже 20 осколков зефира падает. Все остальное мы вытащили. Как видите, шанс просто печальный. Они просто похерили. То есть нету там шанса вытащить эти осколки. Они очень маленькие. Это говорит о том, что мы вытащили фактически все героев, кроме именно осколков осы. Это просто пипец. Жесть. Полная жесть, ребят. Давайте, кстати, посмотрим по акциям. Сейчас побегаем. У нас же дополнительные попытки должны быть. 8 попытков. Поехали. Попытков. 8 попытков. 500. О, отлично. Это он собирает. Я думаю, это отличный подгончик будет. Так. Пазл 1. Так, 10. Тут уже удваивается, как видите. Так, рунки. Ну, честно, 4 штучки, тоже неплохо. Так, 3000 камней. О, смотрите, как неплохо. 9 рунок, подгончик тоже неплохой. И пазлики опять. Ну, оставлю, может, он что-то захочет, ну, или поменяет карты. Блин, это жесть. Это просто жесть, ребят. Вот реально нравится этот сервис. Сейчас мы попробуем еще заролить. У нас там есть 30 самоцветов. Капитан Дрейк. Блин, конечно, шансы, вот сразу видно, что просто подкручено. Витал Бун 5. Что просто тупо подкручено. Молтаника. Не хватает попыток. Рулетка удачи. Ну, давайте в рулетку удачи еще сыграем и пойдем с вами ролить. Попытка номер 2 будет выбить за самоцветы. Так, 11 попыток. И что мы получим? Ну, конечно, печально, печально. Посмотрите на это. Это просто пипец. 3 бега и 3 медузы. И хотя бы огненку словили. Блин, жестко. Нереально жестко. Еще четвертая медузка. Да, Серега, это, конечно, жесть. Я просто... Я вот понимаю в такие моменты, когда ни хрена не падает. Хотя, в принципе, было проще подождать. Этот герой не особо там... Но он рвется в топ. Ну, неплохие плюхи мы бонусами получили. Что там у нас? 550 осколков у него уже на парящий. Красавчик. Блин, ну что, ребят, поехали. Асгард вперед. Конечно, жестко. Это реально жестко. Бульдозер. Одержимый. Хранитель. Дайте, блин, эту конченую королеву. Смотрите, землеройка. Это просто пипец, ребят. Призрачный всадник. Кенди. Варлок. Что-то мне на Айсе реально не прет. Ведьма, бугимен, я офигею. Ну, конечно, как бы герои офигенные падают, но они здесь точно так же, как и на моих аккаунтах топовых. Просто не нужны. Нужен просто один герой. Конечно, я в шоке от трешечка по особому найму. Это просто пипец. Честно говоря, я очень удивлен. А с сервером. Бугрома. Ну, блин, что за фигня? Ниндзя Тесса. Вот это пипец. Малыш Ник. Бугимен. Тыква Купидон. Душегуб. Мы, блин, потратили 150к сегодня. Стрелок Валентина. И мы не вытащили эту хрень. Да что за фигня? Посмотрите, какие герои падают. Это просто пипец. Опять Валентина. Ну почему не оса? Тесса. Рандомчик, ну давай. ПБшечка.
Купидончик, заклинательница, ну где же ты? Третья Валька, это просто, блядь, это просто пипец. Да что это такое, Влад Дракула? Где королева Оз? Какие вы на нее, блин, шансы сделали? Ара, Химка, Бочка. Я, конечно, в шоке, блядь. Это просто пипец. Просто тупо просрали 150к. И нифига не получили. Получили дохренище просто обалденные герои. Но с того, что нам надо, мы нифига не получили. Посмотрите, сколько ледя. Просто пипец. Фобос, блядь. Все, что хочешь, кроме этих хреней. Ну, это просто жесть, ребят. В общем, поддержите Серегу лайком. Поддержите видос лайком. Напишите коммент, и я думаю, ждите нового трешечка, блин, ну не знаю, ну не просто не прет, вот ради какой-то хрени просто не прет. Вступайте в гильдию Асгард на сервере, всем удачи, всем пока.